выявить сильнейшего и повысить профессионализм юных спортсменов. С этой целью в спортивной школе Химки провели традиционные ежегодные соревнования под названием «День стайера». Так называют спортсменов, участвующих в состязаниях на длинные дистанции. Дети стараются, детям тяжело, но тренеры их подготовили для того, чтобы они разряды выполнили и проплыли успешно. В соревнованиях приняли участие дети от 7 лет. В зависимости от возраста юные пловцы преодолевали дистанции от 200 до 700 метров вольным стилем. По словам воспитанников школы, испытания не из легких, но результат дает понять, на что необходимо сделать упор на тренировках. Соперники были легкие, но на 14-м бассейне у меня дыхание сбилось. Я уже занимаюсь 7 лет плаванием. Нужно уметь плавать, чтобы, если что, кого-то. По итогам состязаний все участники заплыва получили заряд бодрости, призерам вручили грамоты и медали, ну а лучшие из лучших стали обладателями спортивных разрядов. Андрей Липанов, Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.